В связи с распространением коронавирусной инфекции и принятыми ограничениями, вынужденными, начиная с апреля появилась тенденция к снижению экономической активности, тем не менее критических значений она пока не имеет, и благодаря вот той положительной динамике, которая была достигнута в первом квартале, в целом за 4 месяца мы отмечаем стабильность во всех отраслях. У нас нет снижения менее 100% в основных отраслях. Кое-где даже пока сохраняется рост. Надеемся на то, что вовремя принятые решения по снятию ограничений в экономике позволят нам минимизировать потери, в том числе и бюджетные.